Всем привет, ребята, с вами Филя. Я сегодня покажу, как же делать такие крутые смайлики в Дискорде, не покупая ни Дискорд Нитро, никакие всякие платные функции. Я знаю, про это уже есть видео на Ютубе, но я решил это сделать, потому что меня спрашивали это и мои друзья. И также я скоро буду делать интервью. А с кем, вы можете решить у меня в комментариях. Можете... Может, ваш ютубер попадет ко мне в видео, но это не точно, да. Итак, ну а мы начинаем. Ну а чтобы у вас появились такие классные эмодзи, вы должны зайти в эти три группы. Когда вошли в эти три группы, вы должны зайти на эту группу. И нажать на этот значок. Чтобы у вас из этой группы появились все эмодзи. В других группах этого не надо делать. Когда вы нажали на этот значок, вам осталось всего лишь перезапустить Discord, и у вас появятся все эти эмодзи. Например, давайте мы зайдем вот на сервер Леон и его команду. И попробуем написать любой эмодзи. Вот, блин, давайте такое, мы можем это отправить. Хотя на его сервере таких эмодзи нет. Так вы можете использовать эти эмодзи в личных сообщениях. И так сказать, поддаваться перед другом. Ну, с вами был Филя. Всем пока-пока.